30 апреля, 17 год, Харків. Харків, 4-й міжнародний харківський марафон. Сумская по этому поводу перекрыта. И не только Сумская, я так понимаю. Да, вот такая красота. Градусов 25 тепла. 23 с утра было. Кто поверит, что 10 дней назад было минус 6 в Харькове и лежал снег после снегопада. Да, забыл я про марафон совершенно, заработался. Сейчас ночью сегодня с работы пришел, и вот это все из головы вылетело. Да, людей, конечно, сегодня воскресенье, погода просто прекрасная, сюда еще. Тут полиция. Ну, красота. Скейтбордисты. Да, ну Сумская, в общем-то, достойна того, чтобы ее снять в таком походном режиме. Из 12, по-моему, основных достопримечательностей Харькова, официальных, так сказать, наиболее известных, абсолютное большинство находится именно на Сумской или в пределах прямой видимости. Успенский собор. Зал Украина.
остались у нас позади, но Успенский собор в кадре был с самого начала. Прям переселение народа. Да, что там из достопримечательностей еще? Оперный театр, зеркальная струя, просто друг напротив друга стоят. Площадь Свободы. А вот этого я не видел. Красота. Есть ждун, а это видно лакей. Палац Содружения пропустил, да? Да, редкое удовольствие походить по Сумской пешим, без машин. Ну еще 20-го будет, 20 мая будет велодень. Уже не помню какой в Харькове. 10-й был уже, то есть 12-й, наверное, 13-й. Алло. Да, я иду. На Сумской, возле Сумского рынка прохожу. А вы где? Так сбавляйте темп, ребятки. Давайте. А, ну отлично, я же скоро иду, подхожу. Да. Да, ну, красота. Господи, все что? Все можно снимать. Все красиво, все прекрасно. Бедненьким марафонцам, конечно, жара точно не помогает. Совершенно очевидно, все рулят в парк.
парк Горького. И только участники марафона игнорируют еще одно чудо Харькова. Им сейчас точно не до него.